Ой, союзники, на связи вот Спокеймер. И что же, давно с вами не виделись, видосов не было уже на тот момент, пока я это записываю, 10 дней. Но не суть. Сегодня у нас с вами концовка в безумии. Погнали, перематываем время на нолик, а кто тут новенький, заходите, пожалуйста, по подсказочке, там все есть. Другие серии у меня все аккуратно и красиво разложено. Каждый раз повторяю, потому что новые зрители прибывают. Полетели! Что же? Отлично. Умираем. За Салли. Желательно первой, чтобы она не сломала игру, да? Нельзя за нее умирать последней. Концовка в безумии. Нам нужно пройти за Крим, наконец-таки. Но не драться с Брали. По сути. Это уже все потом. Пока что сделаем так, хоть это и не обязательное условие, как я понимаю. Да. Поехали, будет весело. Не записывал долго, но благодарен вам за просмотры и благодарен за то, что Вицназак объясняет все, что, как и где делать. Хоть это было и очевидно по факту этой концовки. Но тут есть всякие интересные детали, так что поехали, Кримка. Так, Скремендель. Вот и наш путь. Отлично, диалоги эти мы все читали еще в первой серии. Поехали. Вот я раздумываю. Какие бы голоса подобрать по двух тут новых персонажей, которые будут? А вот и первые. Да, они будут разговаривать. Долго не стоим, иначе у нас будут проблемы и пасхалки, и нас застрелят. Даже в диалогах. Поехали. Знаете, я, наверное, возьму, поскольку эти два персонажа будут похожи на Салли и Эми, я, наверное, возьму их голоса. Да? Назначу их 28-м и 29-м голосом. Или 27-й, 28-й. Я уже спутался, сколько у меня голосов. Новые зрители, наверное, просто в шоке. Черт побери. Вот. И добавлю немножко язвительности. Типа того. Чтобы получить два новых голоса. Мне некогда тренить новые голоса месяцами, как это обычно уходит. Да? Сколько за этот год? 4 новых голоса я сделал. Посмотрим. Как-нибудь их назначим. А пока что меньше болтаем и проходим. Тут будет много всего, что можно показать. Но разделю на две серии. Так, поехали, молчу. В принципе, тут ничего сложного. И тут просто вперед. Отлично. Я даже не сдох. Тут особенная смерть, если упасть именно в яму. Покажу вам ее потом уже. После того, как титры пройдут. Раз уж не получилось сейчас умереть. Фух, похоже, за мной больше не охотятся. Неплохо бегаешь, но от судьбы не спешишь. Вау, наконец-то кто-то появился. А? Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Крим. О, почему ты так напугана? Тебя не испугала моя подруга? Да уж, порой она выглядит грозно, но не бойся. Марёй, поздоровайся с нашим гостем. Если ты вякнешь ей хоть слово про нашу встречу ранее, ты труп. Веди себя смирно. Твоя ничтожная жизнь продлится чуть дольше. Я позже с тобой разберусь. Приветствую. Не веди себя так. Эта бедная крольчиха и так напугана. Слушай, Крим, ты голодная? Ну, немножко. Тогда идем к нам домой. Тебе нужно покушать, и ты расскажешь нам, откуда ты и как сюда попала. И заодно расскажешь, когда наши друзья наконец-то вернутся, чтобы устроить мне сюрприз. Я не... Знаешь, Чен, я не думаю, что приглашать ее в наше убежище это хорошая идея. Да ладно тебе. В чем проблема, Мэри? Успокойся. Тебе не надо так напрягаться из-за этой маленькой крольчихи. Вот дерьмо.
Так что, Крим, что ты здесь делаешь? Ты видел остальных? Они должны скоро вернуться, правда же? Они собираются устроить сюрприз-вечеринку для меня, правда? Ах, я не знаю, о ком вы говорите, мисс Дженнифер. Я как-то попала сюда. Я думаю, телепортационное кольцо выбросило меня сюда. О, так ты не знаешь об остальных? Так ты говоришь, что попала сюда через кольцо? Это такое большое и сияющее золотое, да? Да, это оно. А почему этот город такой пустой? Все выглядит таким заброшенным. Вы говорите, что жители хотели устроить сюрприз для вас? Да, у меня скоро день рождения, и я подозреваю, что они просто спрятались. И когда день придет, они внезапно появятся и устроят мне лучший праздник жизни. Это звучит странно. Они бы могли просто, ну вы знаете, притвориться, что они знают про ваш день рождения. К тому же прятаться такое долгое время, чтобы просто устроить вечеринку. Я просто подумал об этом, потому что с моими друзьями тоже что-то произошло, и трое из них пытались атаковать меня и остальных. И к тому же здесь все выглядит слишком стерто и безжизненно. Ой, не волнуйся, Крим. Я уверена, что они скоро вернутся. И к тому же, я думаю, что твои друзья бы никогда тебя не тронули. Ты же такая милая. Ну ладно, давай сменим тему. Мне кажется, что тебе некомфортно. Немного. А что это у вас, ладочки? А? А это ванильное мороженое. Хочешь? Да, это выглядит очень аппетитно. Спасибо, мисс Дженнифер. Это было очень вкусно. Всегда пожалуйста. Похоже, ты очень устала. Может, поспишь? А? Я не могу. Я должна найти своих подруг. Но на улице уже стемнело. Стало прохладно. К тому же ты выглядишь устала. Давай ты подождешь до завтра. И тогда мы вместе с Мэривой поможем тебе найти твоих друзей. Ну, наверное, в этом есть смысл. Я рада это слышать. Теперь идем. Я покажу тебе комнату, где ты сможешь поспать. Очень уютно. Спасибо вам, мисс Дженнифер. Да ладно тебе, Крим. Не нужно благодарностей. Просто ложись в кровать. Если тебе что-то понадобится, позови нас. Хорошо. Фух, ну вроде бы установил. И я такой фотковас. То есть, окей. Второй еще не очень установил, но ладно. Короче, прикольная штука. Пока что не знаю, для чего тут вот этот вот спуск. Да, тут можно хоть сколько умирать. Тут есть один спуск. Я не знаю, как на него попасть. Сейчас обратился к Сензаку, но он нихера не онлайн, так что... Да. Там, короче, есть платформа. Окей, идем. До красной зоны тут можно умирать. Хоть сколько. А потом уже нельзя, иначе Тейлс на вас выпрыгнет. Там ничего особенного, так что я вам хочу показать что-то более интересное. И свернуться обратно потом. Знаете, как я так высоко подпрыгиваю? Я, короче, нажимаю именно прыжок в момент, когда я падаю. То есть вы можете на месте распрыгиваться. Этого я не знал. Ну, когда за кадром просто бегал. Такие дела. Да, приходится постановкой голоса заниматься прямо во время записи видео. Это пипец. Таких приколов у меня еще не было. А, нет, было. Голос Метатона вроде я так натренил. Кто помнит, тот помнит. Все-таки 3 года прошло с того момента. Ладно, неважно. В общем, я вроде как вначале не договорил, да? Как всегда запутался в мыслях. Как всегда. Кто бы удивлялся мне. Короче, благодарность огромная вам. За то, что такие просмотры набираете без помощи Вицназака, без пиара. Я знаю, что моя аудитория с ним пересекается. С его аудиторией, да? Но я вам благодарен. Огромное спасибо. Можем идти сейчас назад, либо же вперед. Оу, черт. Серьезно? Похоже, придется потом показать. Ладно, попадаемся в Тейлзу. Покажу тогда после титров. Короче, можно дойти было до конца, взять жизнь и вернуться. Утром. И там вас бы экзектор поймал.
Исход был такой же, неважно. Ну просто, ладно, покажу. Как пройду, покажу. Как раз ролик будет довольно-таки коротким. Так, сможем идти направо, и там будет сразу же фраза, либо же налево для доп-фразы. Окей. Мисс Дженнифер, чем я так сильно не угодила мисс Мэрилой? Я чувствую, будто как-то навредила ей, не зная этого. Я тоже это заметила. Но если быть честной, я не думаю, что она зла лично на тебя. После того, как жители ушли, Мэрилой стала более напряженной. Я думаю, что она скучает по своей сестре, Христи. Она ушла вместе с остальными и до сих пор не вернулась. Все это как-то подействовало на Мэрилой. Она стала холоднее, агрессивнее. Она пыталась скрыть это от меня, но я заметила это. Также, изредка я замечала, что в городе кто-то появлялся. Однако я никогда не могла встретиться и поговорить с ним лично. Они были далеко от меня, но Мэрилой всегда говорила мне, что никого не было. И после этого в городе реально никого не встречалось. Я подозреваю, что из-за потери своих друзей я начала воображать, что вижу кого-то. Это звучит странно. Вряд ли вам показалось такое. Думаю, здесь и вправду кто-то был. Я очень сомневаюсь в этом. Мэрилой постоянно патрулирует улицы. Она бы сказала мне, если бы встретила кого-либо. К примеру, она нашла тебя и представила мне тебя. Я очень ей благодарна. Я скучаю по общению с кем-то новым. Не пойми меня неправильно. Мэрилой – прекрасный друг. Но она не так часто бывает дома. Осматривает город, ища новоприбывших. Однако, ладно, тебе нужно найти своих друзей. Я и Мэри с радостью поможем тебе. Хорошо, спасибо! Мисс Мэрилой, почему я так не нравлюсь вам? Я же ничего не сделала. Я не подумал, что у тебя хватит смелости явиться сюда лично. Однако так даже лучше. Почему вы так беспокоитесь? Кто-то приходил-то меня? Они сделали что-то ужасное? Или вы так скучаете по своей сестре? Я понимаю, что это личное, но я чувствую, что это очень много значит для вас. Не смей говорить о ней. Ты можешь одурачить Дженнифер, но не меня. Ты пришла сюда, притворяясь жертвой. Думаешь, сможешь тереться в доверие и просто сдать нас этим красноглазым уродом? Насколько, по-твоему, я тупа? Я... Послушайте, я не хочу вредить вам. Трясись сколько хочешь, мне плевать. Все, кто приходили сюда, хотели высадить нас, добраться до меня и Дженни. Но никто не смог. Вероятно, теперь у них хватило мозгов, чтобы послать кого-то под прикрытием. Жалкую собачку. Прошу! Заткнись! Я почти готова, девчат. Черт, я ведь не смогу объяснить ей, куда ты делась. Похоже, твоя смерть немного откладывается. Мы идем на то место, где было кольцо. Заставь его появиться снова и проваливай отсюда. И даже не думай возвращаться. А заодно передай своим дружкам, чтобы держали свои жопы подальше отсюда. Иначе я переубиваю их всех за то, что они сделали с этим городом. Но я не одна из них. Бежим сюда. Слышим звук, и там стенка. Однако, тут открывается кольцо. Выживший, живо, избавьтесь от нее и продолжайте искать. Так, и теперь либо нажимаем вниз, чтобы помочь, либо же нажимаем Z, чтобы прыгнуть в кольцо. Пока что прыгаем. Я знала, что ты всего лишь гребаная предательница. Fatal Iron. В общем, благодарен вашим просмотрам, они уже сами по себе набираются, и столько лайков. Для меня это рекорды, однако. Год назад я о таком и не мог мечтать, да даже в декабре того года. Очень странный уровень.
как будто бы должен был быть хардмод, но нихера подобного, он легко проходится, я даже удивлен, его не нужно тренить. Эми здесь устранена. Салли тоже. Здесь был засечен живой объект. Возможно, это Крим. Найди и убей ее. Я включу прожекторы, чтобы проверить местность. Простой уровень. Абсолютно. Метавайми. Две жизни, поехали. Абсолютно простой уровень. Я даже не тренил. Можете врезаться. Она вас догонит, но все же. Не так уж страшно. И также можно забагать эту пружинку, если врезаться в угол. Вот. Будет забавно, как минимум. И теперь ждем вот тут вот, где эти три штуки. Чтобы вот так перепрыгнуть. Иначе вы там не перепрыгнете по-другому. Крим же не умеет летать. Какого черта, кстати? Ладно. Видимо, все персы это просто placeholder с определенными, да, способностями. Хотя можно было все равно привязать. Ну окей, так просто проще делать. Ждем прожектор, ничего сложного. Ладно бы тут был хардмод, как в первой части. Скорее всего, этот прожектор двигался бы быстрее. Ведь Сензак сказал кое-что показать, но давайте я это сделаю. Хоть это и не так уж и важно. Вы модельку Эми и так видели. Прожектор доберется до нас. И она до нас. Интересно, она как движется? Женщина? Успел! Как раздел! Привет, Крим. Рада видеть тебя снова. Мисс Эми? Мисс Эми? Что с вами? Почему вы выглядите как они? Потому что мы наконец присоединились к ним. Крим, не бойся. Они не так плохи, как мы думали. У них просто свои цели. Экзектор и вправду хочет помочь нам. Это правда, Крим. Мы ничего не теряем, если присоединяемся. Пожалуйста, Крим, моя милая сестренка, не убегай. Иди к нам. Мы очень скучаем. Правда? Конечно, милая. Я постоянно беспокоюсь за тебя, как и Салли. Я хочу просто обнять тебя и забыть о всех ужасах, что произошло с нами. Вы хотите сделать меня как их? Да, Крим. Это ради нас всех. Мы все, да, будем вместе. Работать вместе, играть вместе, расслабляться вместе. Мы больше не потеряем друг друга. Я обещаю, что сделаю все быстро и без... Эми, не забывай. Да, будет немного больно, но все же быстро. Просто потерпи немножко. Я! Мы обещаем, Крим. Мы не врем тебе. Я понимаю, что тебе страшно, но прошу, просто поверь мне. Я! Прошу, Крим, обними меня. Я сделаю все остальное сама. Поверь нам, еще хотя бы разок, милая. Ладно, мыслями, я верю вам. Я не представляю свою жизнь без вас, мисс Эми. Я обещаю, что буду храброй ради вас. Хорошая девочка. Я так рада. Иди ко мне. И все плохое уйдет. О да, вот это шизофрения. Спустя 10 дней записи, а я был очень-очень занят. Я помню все голоса. Что-то не так, милая? Нет, я поняла. Я никогда не стану, как вы. Вы... отвратительный. Крим? О чем ты говоришь? Это же я, Эми. Не приближайтесь! Что? Но почему? Похоже, глаз воздействует на нее по-другому. Экзектор говорил, что живые не знают, как его использовать. Я так надеялась, что она согласится. Но раз нет... я не позволю ей уйти. Я слишком люблю ее, чтобы просто дать уйти. Этот мир больше не безопасен ни для кого. Мы должны забрать Крим с нами. Даже если она против. Это ради ее же блага. Ну что же, я постараюсь вам все показать. Без диалогов, берем первое кольцо. О, черт. Есть. Не ведитесь на тот звук.
типа она там последний раз дышится. Нет. Три оборота и достаточно. Оу, щит. А щит нам женщина не собирается показывать? Ну хорошо. Вот так вот проще делать, когда вы бежите в одну сторону. Да. Оу, серьезно? До свидания. Сайонара! Просто бегу вперед, чтобы была лучше реакция. Вы типа двигаете экран тем самым. И теперь у нас выбор. Мы стоим. Она расслабляет лицо, и мы не двигаемся. Иначе она нас ударит. И выбор. Z или не Z. Если мы ждем долго, то она нас убивает. Но с благими намерениями. Ладно, я теперь показываю остальное. Берем одно кольцо. Серьезно, я все-таки не покажу эту штуку. Очень-очень печально. Печально, окей. Похоже, вы не увидите, да? Ну, хотя бы разок. Давай, 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 давай. Показывай. Вот. Вот, вот. Так вот она орудует. Причем даже не за нами следует. Забавно. А ловко я это придумал. Все, показал, теперь можно спокойно убивать. Поехали. Майнус. Женщина. Ладно. Особо-то я не тренирую эту концовку. Не такая уж она и сложная. Особенно с учетом того, что даже с Брали не надо сражаться. Но. Поехали. Минус. Гиперреакция. Hyperreaction. Ну что же, битву можно закончить буквально очень быстро, но я нажму Z, типа, вырваться. Это первый враг, который так делает. Z, и она нас все равно бьет. О, щит. Ну и теперь завершаем, просто нажимая вниз. Спокойно можно было с самого начала это сделать, но я вам решил показать варианты. Мы соглашаемся. В кавычках. Потому что... У меня уже есть дизайн-превью в башке. Прямо сейчас, пока я это вижу. Прошу, Крим. Не уходи. Я умоляю тебя. Ты не выживешь здесь. Тебя уничтожат. Сломают твой разум. Я люблю тебя, Крим. Я очень беспокоюсь о тебе. Прошу, не уходи. Эми, нет, умоляю, нет, не умирай, Эми, пожалуйста. Слезы из крови. Кровавые слезы. Что же случилось? Концовка безумия. Слушаем музыку. И смотрим титры. Но не прощаюсь, хочу еще многое вам показать. Как многое, во сне один прикол. Но неважно. И вам даже не придется спать ради этого. Да. Благодарен всем за подписки, лайки, колокольчики и другие всякие вещи. Слушайте музыку.
Даже интересно, чьи же субтитры длиннее? Whisper of Soul или Ivory? А, это первый раз, когда я не упомянул название игры, в которую играем. Вроде да, в самом начале забыл, но неважно. Вы и так все видите в названии. И также полный просмотр, удержание важно для нас. И да, теперь запускаем игру, часть 2, где мы играли, и после этой концовки мы получаем особую катсцену. Отлично, запускается. Chase Guys Poisons. Мэри, где ты? Уже стемнело, я скучаю. Мэри, что случилось? Кто эти ежи? И почему на тебе кровь? Где твое тело? Много крови. Мэрилай, ответь мне! Что же, во-первых, я хотел вам показать смерть. Чтоб вы услышали этот звук, душераздирающий крик. Не от пули, нужно именно упасть. Пожалуйста. Окей, идем дальше. Удачно проходим эту уютную локацию, скипаем диалоги. И смотрим. Cream Dream. Dream Team. Ладно. Так, проходим. Да. Так, нам сюда потом еще обратно возвращаться. Атмосферно, не правда ли? А ведь кто-то уже закрыл ролик. Ой-ой, помедленней. Slow down. Отлично, тут спешить некуда. У вас появляются силуэты, но они не критичны. Вам ничего за это не будет. Можете не особо бояться. Главное, проходите аккуратно, таймера тут нет. Хотя изначально я торопился за кадром и думал, что тут таймер. Серьезно. Наклс. Нок-нок-нокс. Оу-ноу. Аккуратно, иначе переться до сюда очень долго придется. Что они есть забавное. Так, куда дальше? Успокойся. Жизнь. И тут тупик. Так что возвращаемся обратно. Жуткий эмбиент, конечно, но да ладно. Болтал бы я меньше, да и проблем было бы меньше, да? Может быть, и летсплеев бы не было. А no commentary какие-нибудь. Самый жуткий вид летсплеев, я считаю. Когда не слышно голоса автора. Конечно, кому-то нравится, но... Для меня все-таки важна личность ютубера. Так что всякие no commentary летсплеи и каналы меня пугают. Черт побери. Ни лица, ни голос, ни аватары. А вы скажете, а вдруг ты когда-нибудь покажешь лицо? Возможно. И вы очень сильно удивитесь. Ладно, сейчас не об этом.
Все ведь знают, что там сидит за кадром. Нефорфимбойчик. А ведь я, возможно, не шучу. Не обращайте внимания на мой голос. Ладно, забираемся наверх. Вроде как-то скоротал время своими рассказами. Да, если не нажимать, то вы ниже опускаетесь. Раз. Отлично. Черт, какой геморрой. Хорошо, хоть таймера нет. Так, угомонись. Крем. Кремка. Отлично. Как маленького ребенка приходится угомонивать. В смысле как? Так. Тихо ты, я не вижу, куда я там прыгаю. Не играешь по правилам. Не в этот раз. Вообще-то правильно было бы сказать, играешь не по правилам, но да ладно. Короче, один бред. Немного какие-то странные переводы, если честно. Ну да ладно, вот, в принципе, и все прохождение. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И ждите новых серий, господа. Да, сегодня в рифму. Слишком быстро, коротко и непонятно.